Одна из причин, почему подрядчики не справляются с уборкой города, как они сами говорят, это машины, которые припаркованы на обочинах. Эту проблему поможет решить муниципальная служба эвакуации, считает Илья Шульгин. Ранее он уже дал распоряжение разработать проект. Как сообщил заместитель главы администрации Александр Ященко, согласно законодательству, эвакуировать машины с обочин могут сотрудники дирекции дорожного хозяйства. Сейчас рассматривается вопрос о создании 6 муниципальных штрафных стоянок. В то же время в администрации думают над тем, как увеличить в городе количество парковочных мест. Так, в департаменте муниципальной собственности предложили 15 участков для оборудования городских парковок в разных районах города.